Всем привет! Вы на канале Милашка Малышка. Сегодня я вам покажу секреты в локации больница. Так, давайте берем персонажа. Мы сейчас, кстати, на нулевом этаже. Так, берем вот эту вот девочку, давайте. Давайте сейчас вам покажу секрет. Получается, три дощечки выделяются. Они на гвоздике на каком-то. Вот так вот открываем. Здесь вот такой вот ленивец. Он похож на сову, ну мне так кажется, по крайней мере. Вот, и здесь за заборчиком стоит, кстати, вот такой вот гномик. Но его как бы заметно, то есть, поэтому это не совсем такой секрет. Просто спрятали там его. Ну вот, здесь такой небольшой ручеек, здесь, в общем, вот, просто отдыхать. Давайте я вам покажу еще по-быстрому этот этаж. То есть, вот, получается, здесь столовая, еда. Вот, здесь можно покупать еду. Здесь банкомат. Перевязки всякие. Чашечки. Так. Вот, ну, в принципе, вот так вот все здесь выглядит. Дальше идем на минус один этаж. Так, загрузка. Берем нашу девочку. Идем в самое начало, то есть я вам покажу здесь. Смотрите, здесь получается такой выезд, типа, и отодвигаем вот эту вот тележку с подносами, и у нас тут получается такая кнопочка, мы на нее нажимаем. Дальше вот тут вот кнопочка, нажимаем. Так, дальше вот здесь вот за одеждой кнопочка, нажимаем. Так, потом надвигаем вот эту вот тележечку, нажимаем. Отодвигаем горшок с цветочком, кнопочка, нажимаем. И у нас, видите, открывается такой рычажочек. Мы на него дергаем, за него. Заходим вот здесь. И здесь вот такой вот снова монстр какой-то в виде ленивца. Мы на нем можем даже покататься. Так, ну что такое-то? Оп. Вот. А также здесь, смотрите, видите, какие-то предметы высвечиваются. То есть мы нажимаем, здесь у нас кристаллик, здесь у нас паук, консервная банка и фонарик. Здесь шляпа, камень и косточка. Дальше, ой, дальше идем вот сюда. Здесь что-то изучают, то есть... Эй, я что-то выключила. Можно менять картинки тут всякие. Вот. Здесь получается... Маленький крампит, вот такой вот ученый. У него тут есть кресло, чашечка чая или кофе. Есть кроватка. В общем, вот. Какая-то жидкость, которая меняет цвет. И вот всякие, тут, смотрите, какие-то непонятные кристаллики. Здесь всякие инструкции. Здесь вот в такой вот какой-то вот, что это, в банке в какой-то огурец какой-то плавает. Вот. Еще стул большой. Ой. Ну, типа, вот, наверное, чтобы вот так вот встать на него и туда залезть. Вот. Идем. И еще я вам покажу небольшой такой секретик. Здесь вот у нас скорая помощь. И вот в бочке для бензина, смотрите, сидит вот такой вот хомячок. Для него колесо и поилка. Вот. И идем на первый этаж. Так, загрузка. Вот мы приехали, давайте я вам покажу с самого начала здесь все. Вот, здесь получается вот такие вот комнатки, всякие аппараты. Так, теперь смотрите, заходим вот здесь, то тут у нас такой вот столик, и видите, за ним вот такая вот решетка, мы ее, получается, открываем, и здесь вот такой вот снова ленивец. Вот, я сейчас вам покажу, что здесь у нас еще есть. Получается какая-то операционная. Так, теперь давайте положим туда. Тут пульс.
Ну, живая она у нас, короче. Так. Тут у нас как-то кладовка, всякие вещи. Вот это для чего вот аппарат? Канилу что-то ее, да, наверное. Вот. Давайте я вам покажу остальные этажи. На них уже не будет секретов, но покажу все равно. Едем на второй этаж. Так, приехали. Здесь у нас вот такой вот автомат. Давайте мы здесь что-нибудь достанем. Оп, сок достали. На, попей. Здесь у нас ящик, одежда всякая. Это детская комната какая-то. Здесь, ну, тоже для детей, для маленьких, получается. А, так. Ну, что такое? Здесь, получается, мерить их рост, там, слушать сердце. Тут какие-то таблеточки. Давайте. Ящики, в них снова такие непонятные кристаллики и еще таблетки. Вот, идем дальше. Здесь получается палата вот такая. Тут два человека лежат. Здесь снова детская комната. Вот здесь еще такой ящичек есть. Тут типа анализы. И вот такая вот капля. Вот. Теперь туалет здесь у нас еще есть. И вот какая-то отдельная такая получается комната. Ну вот, больше на этом этаже ничего нету. И идем на последний, на третий этаж. Так. Надо дверь открыть. Так. И едем на третий. Так, давайте с самого начала начнем. Здесь у нас палата для двоих кого-то. Вот. Дедушка. Здесь вот снова вот такие вот две палаты, как и на втором этаже были. Здесь прием у врача. Видите, тут кости всякие, наверное, кости. Там типа бинты накладывает. Вот опять смотрите, такие же там кристаллики и получают таблетки. Те же самые. Здесь у нас снова туалет. Тут голубь сидит почему-то. И получается еще. Что это, вы слышите? Смотрите, это у нас получается душ, и здесь всякие микробы, да? Смотрите. Тут очередь, получается, они занимают, ждут, пока их примут. Так, ну конечно, вот есть. А, ну понятно, одежда и вот такая вот ленивец-собачка. Картина, смотрите, с дельфинами в виде бананов. Рация, ну такие рации на каждом этаже есть. Вот здесь какая-то собачка живет в таком вот. Здесь тоже какая-то палата. Вот. Ну, на сегодня все, так что подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А также не забывайте группу ВКонтакте и Инстаграм. А также в группу ВКонтакте Тока Бока. Всем пока-пока.